Привет, я здесь, чтобы просто донести до вас, наверное, не очень важную инфу насчет того, как я и мой друг снимали видос в хреновую погоду с холодным ветром и низкой температурой. Руки быстро мерзли, и держать телефон, отклеивать стикеры, рисовать, да и в принципе передвигаться было некомфортно. Мой телефон вообще сел на холоде. На этот раз я снял более интересный видос про то, как я тегаю и клею стикеры. Поставь лайк под видос и подпишись за проделанный нами труд. Приятного просмотра. Да, блядь, Никит, ну... Я понял. Ну ладно. Смотри. Сейчас, чекай. Все вообще обвалилось. А это не доходится, кстати. Ну и да. Ты это уже снимаешь. Я понял. Я сказал, снимай дальше. Она на камере красная, кровь. Ты кого-то убил. Прекрасно. Да, я буду снимать, как ты снимаешь. Нет, не так снять. Гуд. Да, вот так. О, отклеился. Наконец. Вроде приклеился. Он не отклеивается. У меня руки, мне кажется, я не могу отклеить стикер. Ладно, сейчас будет. О. Это делаешь. Despier.
На окошко приклеился. Классно. Настоящие легенды ходят по октябрьским. Опа. Нет, нет, не то. Это было. Это я не буду клеить. Ой, упал. Так. О, вот, нашел. А, их тут даже два. Всё, ты. Клей обратно. На место. Ой, клей. Чем-то голод делать был сухариком. Арзан, да, что имеет ржаный хлеб? That's quite big. Impressive.